Мы – белорусы Белостока. Некоторые из нас тут народились, некоторые приехали уже давно. Шмат кто из нас опынулся у Белостоку у апошние 2 года. Усіх нас об'єднала новая хваля национально-вызваленчага руху, якая почалася летом 2020 года. 9 жнівня мы, як и белорусы во всем свете, зробили свой выбор. Мы выбрали перемены. У наступные дни мы с надеей, але и с жахом, сачили за тем, что отбывается на родиме. Мы бясконца ганарыліся белорусским народом, які почав открытую боротьбу с диктатурой. Белорусы Белостока так само стали часткой этой боротьбы. А с пэўнага часу, калі сказать альбо зрабіць штосьці у самой Беларуси стало амаль немагчыма, мы сталіся голосом белорусской громадянской супольности. Что мы робили гэтыя 2 года? И что мы робим далей? Мы провели больше за 2 сотни акций протесту и солидарности. Мы, як и белорусы во всем свете, обурыліся фальсификацией выборов и милицейским гвалтом. Мы расповедали об тым, что в Беларуси диктатура и не до законов, и настойвали на признании белорусских уладов нелегитимными. Разом с белорусами по всем свете мы горовали по наших забитых героях и ушановывали их память. Голос наказали и кажем об тым, что лепшие люди нашей краины сидят у турмах за свое имкнение до свободы. Мы пишем листы политзневольным, да помогаем их семьям. Своей активностью мы трымаем Беларусь у повестцы замежных медиа, а так само, спадзяемся, подтрымливаем надею у самих белорусах. Мы протестуем супраць ганебного удела лукашенковского режима у войне в Украине. Мы солидарны с украинским народом и поделяем его боль. Мы допомагаем украинским ваерам речами и грошима. Мы стараемся заховывать и развивать белорусскую культуру. Мы застаемся белорусами и белорусами выховываем наших детей. Я хочу, чтобы все белорусы, которые находятся в вынужденной миграции, вернулись до дому. Каб мае, да и все іншыя дети вучыліся у Беларуси, у белорусской школе по белоруску. Каб белорусы так само николи не забыли, что тут, на Падлашы, и был их дом раней, и заўсёды будзе. Можно было беспечно вернуться на свою родину. Я хочу, чтобы была парламентская республика Беларусь, и все, кто вынуждены были покинуть республику, спокойно могли ездить домой в гости или жить, как жили до этого. Над будинком парламента у Менску залунал бял-червоно-бялый стяг. На Беларуси не засталося улиц советских, ленинских, Орджоникидзе, а з'явилося больше улиц Калиновских, Быкова, Бондаренки. И каб усе гістарычныя назвы вернуліся. Мы жили у моцной, европейской, незалежной белорусской державе. Отбылися новые демократичные выборы. Те политичные вязни вышли на волю, а мы николи не забылися их имены и их подвиг. Белорусы были счастливыми, как могли ездить в разные краины свету и не соромились до себя запрошать так само гостей со всего света. На Беларуси были незалежные суды. Памятаючи про наше славное минулое, смело крочили у свободную демократичную будучиню. Краину вернулся закон. Белорусы не робили з лидеров идолов, а каждый нес отказность за себе и за державу. Русь была белорусской. Добрый день, я из Украины. Меня зовут Антон, и я дуже рады познакомиться с белорусским народом. Я хочу приветствовать с народом вольной Беларуси, который разом с нами боролся за свободу Украины під час Майдану, на війні з 2014 року і боровся за свою свободу. І я маю надію, що скоро біло-червоний прапор буде вивішений на всіх будинках вільної Білорусі. Ми тримаємося разом, і солідарність для нас не пустий гук. Ми записали гэтае відео, каб ви пам'ятали, що білоруси далі крочать до своєї свободи. Что, не глядячи ни на что, боротьба протягивается. Мы все люди разного возраста, разных профессий и поглядов. Але у нас, как и 2 года тому, огульные меты и огульные мары.